моем такси бывает все, что угодно. Какому-то Вите, почему-то надо куда-то выйти, короче, да? Только Римка лапки на столе, ветер плащится за окном. Хорошая, я выбрал работу, возил людей, чтобы они пели песни. Это так здорово. Здравствуйте. Вещевой рынок. Куда? Вещевой рынок. Рынок. Юля, да? Все верно же? Да-да. Юля, у меня к вам предложение. У нас есть замечательный проект, недавно стартовал в Нижнекамске, называется он «Караоке-такси». Вот, я предлагаю вам проехать бесплатно. Написано другое такси. Да? Какое написано? Этот, «Лайт» же у вас тут написано. Ну, это то же самое. Карина? Да. У меня к вам предложение проехаться бесплатно. Зачем? Не хотели бы? Нет. Вы попали в проект, который называется «Караоке-такси». Алиса, привет. Привет. Я уже тут на камеру всем рассказал, что, так сказать, в моей передаче приглашенный гость, хорошая знакомая, девушка, которая супер-мега круто поет. Надо просто спеть песню. Карина, давайте. Одну. Нет? Вообще никак? Никакого желания нет. Попить и даже бесплатно проехаться? Да. Почему же так все плохо, Карина? Что же, почему же люди не поют? Вот, в общем-то. Так, вам сдачу надо, да? Спасибо. Удачи вам. Спасибо, да. Вот, друзья, что происходит с теми, кто не поет. Они платят бабки, а могли бы ездить бесплатно, совершенно бесплатно, понятно вам? Поэтому, друзья, ездите, пойте в караоке-такси и ездите бесплатно, это же халява! Ставлю вам три песни, это музыка из сериала. Если вы угадаете, в каком сериале играла эта музыка, соответственно, вы едете бесплатно. Договорились? А вот так хотя бы вам интересно? Комфортно? Интересно. Интересно, да? Почему бы и нет, да? Посидел бы, угадывал. Ну, давайте попробуем, да? Итак, сейчас я переключу. Итак, вот первая песня. Я подскажу сразу, потому что сложно. Это музыка из бразильского сериала. Нет. Какие я сейчас смотрел? Ну-ка давайте, может просто наугад получится. Ну? Там есть слово «любовь» в названии сериала. Ну? Нет? Нет. Ладно, давайте следующий попробуем. Ну нет, это сразу не угадать точно. Вот это. Это русский сериал. Вы бразильский не смотрите. Ну, Юля. Тоже нет. Юля, вы там... Пацаны? А, нет. Давайте так опять подсказка. В названии фильма есть фамилия. Русский, по Первому каналу шел сериал. Нет, да? Ладно, я вам расскажу, это сериал «Громовые». Знаете такой сериал? Да. Это уж Люки, наверное, да? Просто, ну, видать, сразу так не шло. Ну, давайте попробуем еще один сериал. Давайте. Ну, это
мой любимый фильм уж это сейчас это «Дальнобойщики». Верно, это «Дальнобойщики». Отлично, Юля. Ну, вот видите как, три, один ответ правильный из трех. Громова мне тоже нравится вообще сериал. А? Громова мне тоже нравится, я не знаю, как я не угадал это. Ну, она прям такая песня, уж такая плаксивая, известная, да? Ну, а вы любите сериал, да, посмотреть? Какой любимый сериал? Ну, любимый, вот у меня это «Дальнобойщики», вот любимые, очень даже. Ага. А еще? Так, «Сваты». Ну, «Сваты» смешной фильм, да? Мне тоже нравится. Особенно актер, этот, который дедушку играет. Есть возможность кататься совершенно бесплатно. Это интересно даже. Ну, интересно, да, вот так вот все равно. В дороге едешь, как бы и музыку слушаешь разную, да, и участвуешь в конкурсе каком-то. Настроение поднимается. Ну, сейчас, дорогие друзья, наверное, уже такая постоянная, наверное, уже устоявшаяся рубрика «Гость в нашем караоке-такси». И сегодня это будет отличная певица, зовут ее Алиса. Я думаю, может быть, тоже многие с ней знакомы, видели ее на различных мероприятиях. В парке «Семья» ее часто можно встретить, послушать ее песни, ее замечательное исполнение. Вот. И сегодня она любезно согласилась поучаствовать, так сказать, продемонстрировать и свои вокальные данные, ну и, в общем-то, доехать до места совершенно бесплатно, да, как многие это делают, пользуются, в общем-то, этим караоке-такси. Сегодня ты готова, так сказать, для зрителей и для меня продемонстрировать свои любимые песни? А чего нет, конечно. Да? Какую? А, нет, смотри, давай так, чтобы это было более интереснее, просто когда... ну, приглашенные гости, соответственно, катаются со мной. Все, ну, у вас есть любимые песни, которые вы знаете, там постоянно поете. Так будет неинтересно. Конечно, да? Надо такое, да, что-то сходу. Поэтому я предлагаю, да, тебе сейчас заготовить песню. И, соответственно, я тебе ее поставлю, ты ее должна будешь спеть. Все, окей. Так шансон. Шансон. Как тебе? Типа, оп, орлов, не шей. В таверне тихо плачет скрипка. Это же... Нет, а если типа там, я не знаю, ну, допустим, там... И я готов расцеловать город Сочи. А нормально, нормально. Нормально? Отлично, настроение как раз такое. Ну, не блатной шансон тебе. Хоть какой. Хоть какой, все, не вопрос сейчас. Пока можно, да, поболтать. А ты узнала эту песню? Да, конечно. За окошком снегири, гришку с рябиновы, наливные ягоды рвеют на снегу. Я сегодня ночевал женщиной любимою, без которой дальше жить больше не могу. Я сегодня ночевал женщиной любимою, без которой дальше жить больше не могу. Ну и теперь давай твою любимую песню. Песня «Снилась мне». Вообще изначально эту песню пела группа «Воскресенье», а потом ее спела Лолита, и вот эта версия мне очень нравится. Романтичная песня, да? Про любовь. Про любовь. А тебе больше какие нравятся? Про любовь такие? Про или, любовь или про веселье? Про любовь. Про любовь, да? Мне кажется, всем девочкам нравится про любовь песня. Мне кажется, не только девочкам. Мне кажется, многим нравится. Мне не очень, да? Снилось мне, неожиданно выпал снег. В мире наступили тишина и свет. Свет и тишина, покой и белый снег. Жаль, но это только снилось мне. Снилось мне по притихшему городу. Не очень удобно, когда прыгать.
проплывает медленное облако. Облако покоя в светлом городе. Жаль, но это только снилось мне. И теперь наяву я живу и не живу, сохранить пытаясь тишину. Но приходит за мной сумасшедший день земной, и меня уводит за собой. На самом деле, я дико извиняюсь, я не подготовленный, я не купил цветы, как-то принято после на концертах дарить цветы. Я что-то не знал, что это будет настолько сегодня вот так вот, ну, не знаю, я воодушевлен. Вот, а мы в начале этой песни, да, начали говорить, что какие нравятся нам, мужчинам, допустим, да, ну, не всем нравятся романтичные песни. Я сказал, что, ну, мне больше по веселью как-то, да. Ну, не знаю, это... Какие, например? Да вот, хоть малинки, малинки. Просто это что первое пришло на ум там. Ну, всякие типа руки вверх там. Ну, где же ручки там? А, это вирус. Вирус. Ну, я имею в виду, что вот эта попса 90-х, она такая самая оптимальная для веселья, мне кажется, да? Сейчас все равно музыка не та, и я некоторые слова даже не понимаю, там, какому-то Вите, почему-то надо куда-то выйти, короче, да? И вот, ну, вот эти очень много разных композиций, которые действительно наводят на мысль, что музыка становится не та. Но эта композиция, я считаю, что вот очень красивая она, какая-то она душевная, наверное, да? Душевная, да. Очень душевная. И она, да, кстати, не только о любви, она же о жизни, вообще, ну, в целом. Что, да, нужно, да, да. Что нужно человеку для счастья? Ну, не знаю, я аж прямо сейчас в один момент загрустил и захотелось плакать. И захотелось домой. Захотелось сесть где-нибудь на подоконнике, налить себе бокал вина, укрыться пледом. Если так вот визуализировать, я сразу представляю, это очень смешно будет выглядеть. На подоконнике с пледом. Такой с бородой. Такой бородатый, типа брутальный мужчина с бокалом вина, укрывшись пледом на подоконнике. Еще надо выбрать, еще надо найти такой огромный подоконник. Чтобы дождик шел. Да, да, да. Дождь пролил должен, лить должен. Это же еще вот проблема в том, что надо найти такой большой подоконник. Видишь, это же не везде есть такие они. Ну, в общем-то, огромное тебе спасибо, потому всегда что... пожалуйста, спасибо взаимно, спасибо тебе, так здорово. Да, просто куча позитива на сегодняшний день я получил. Теперь буду знать, когда мне будет грустно, я буду включать эту песню. Вот я тоже хочу знать, вот в какое время, каким дням ты ездишь, чтобы тебя вызвать, и здорово с ветерком, с песней доехать. В общем-то, с понедельника по четверг, с 12 до 2, 38, 22, 22, ну...